Мы побывали на избирательном участке номер 4211, расположенном в кинотеатре «Кубань». Уже с первой минуты голосования здесь образовался поток избирателей. Исполнить свой гражданский долг приходят как люди среднего и пожилого возраста, так и молодежь. Для всех, кто пришел на участок, отличные условия для голосования. Но и это еще не все. Атмосфера настоящего праздника создается благодаря выступлению творческих коллективов города и района. Приподнятое настроение для голосующих создает группа «Гармония» из Славянского электротехнологического техникума. Новый день, новый выбор, новый ты и я. Разорвем все страницы, все начнем с нуля. Открывай сердце, мир пойдет опять на все. Новый день, новый выбор, новый ты и я. Разорвем все страницы, все начнем с нуля. Открывай сердце, мир пойдет опять на все. Участники группы «Гармония» очень рады поделиться своим искусством со славянскими избирателями. Им приятно петь на выборах, а среди них есть и те, кто впервые участвует в выборах. Им вдвойне хорошо на душе от того, что впервые голосовали на самых важных в стране выборах – президента России. Мы поем для людей, которые приходят отдать свой голос, для того, чтобы у них было замечательное настроение, и чтобы этот день для них запомнился как яркий и важный. Я лично за мирное небо над головой, и я хочу жить в мире и согласии, чтобы у нас не было войны. Поэтому для меня было важно сегодня прийти на избирательный участок и отдать свой голос. Для нас это честь выступать на выборах, поднимать людям настроение, чтобы они приходили, голосовали, выбирали человека, который будет управлять страной, делать мир, страну лучше, чтобы все у нас было хорошо. Музыка – это для нас жизнь, и люди это понимают, приходят, подпевают, все очень хорошо. Доброй традицией уже стала выездная торговля на избирательных участках продуктами российского, краевого и местного производства. Мы увидели на прилавках конфеты, выпечку, яблоки, прохладительные напитки, соки, овощные консервы. Участникам голосования очень приятна забота о них. Очень все нравится, все хорошо. Вот сейчас иду на выборы, а перед выборами как раз решила скупиться. Благодарю, спасибо большое за такой праздник. На выборах нет мелочей. Все очень важно, все помогает избирателям выразить свою волю.